Кстати, Марокко, можешь меня убрать из противников? User left your channel. Боже мой, еще один дебил появился. Ты про кого? Про наследника. Один умер, появился это другой. Это у кого? Так, Немо, я сваливаю сейчас. Да, ясно. Ты ж там справишься? Пыкалич. А чё дебил? 2-4? Ну да. Но он хоть военка. Получше, он немножко поумнее, чем предыдущий. А предыдущий был 4-2. Так, сет, я тоже сваливаю, тебе там уже все окей. Вы ж там справитесь? Конечно. А, сет, я ж с ним мусульман. Да. Да, да, да. Тебя туда перетащить? Да фиг знает. Ну давай, перетащи, ну, ты там порешаешь. Ну я шведов принял пока. Короче, ну вы планы обговорите, начнете все это. Время налаживания нашей дружбы. Это кто? Настало я время брат. Дружить, да? Так, ну я пошел, ну, от вас в Польшу. Припекло... Так, смотрим, что тут на вашу войну. Я тут. Что, мы пока ждем, пока накапает агрессивная. Не, подождите, усталость. Меня зовет кто-то другой. Что такое? А, у меня к тебе такая просьба. Я да. Сейчас, у меня лагает сейчас клавиатура ноутбука, в общем, там пишется непонятная дичь. И, соответственно, лагает TeamSpeak. Можешь, пожалуйста, меня перекинуть к Польше? Да, конечно. Угу. Кто сюда? Я. Так, да, тут только я и я. Я обслуживаю 20 тысяч врагов. Немо, конечно, хитрая жопа. А чё, Немо? А чё так? Нет, он говорит такой, ну нет, я не буду тратить свои 9 кораблей, барки, которые поддерживают торговое влияние, говорит. Ну, они поддерживают и поддерживают. Я ему сказал, да, ну, надо один корабль разбить. Он такой, ну, наверное, чувак не получится. И ливает. Нормально, да? Правильно, если далеко, вы деньги отсюда. Даете, я могу вам построить линкор, у меня просто денег нет. Давай. Ему ваша война как этой самой. Московия расширилась. А, я бы мог его купить, блин, два этих корабля за 200 золотых. Так, а ты ему предложил 200 золотых? Слушай, пацаны, а как это Московия присоединил провинции новые? Ну, значит, он упустил прибыль. Как напала и присоединила. Ну все. Остаток Новгорода сейчас выпадет. Потому что сепаратисты. А, каста. Че? Мало того, что война гейская, так еще и заблокированные порты. Ты думал, когда ты ее объявлял, что мы будем воевать с Англией? Так уж получилось, что воюю еще за тебя я. Ну, кто? Мог бы другой касса с Белли сделать. Ну, как уже получилось, это не первая война, по крайней мере. О, ну, вот кажется, еще. Красавчик просто. Объявлять войны по нуждам указу Белли еще в обход права прохода. Да все нормально уже. Это добавился. Просто в прошлый раз у нее лучше всех старт начался, а она решила компенсировать. Теперь осталось османам напасть на своего союзника и все. Польша, это на флот. Слушай, вы там смотрите. Мамилюк-то все ближе. Ну пусть двигается. То есть он все ближе. Ну у него же этот вассал Фузан. И сейчас он, я думаю, вот эти провинции Мзамба отдаст Фузану. Каста, делай флот. А я да, мамлюк, скоро прям будет ваши виноградины с вашего этого самого рвать. Только же не забывайте, что это мамлюк. Вассал османов. 3-3-3 в технологии, а вы как бы продвинутые западные. 5-5-6, 4-4-5. У османов всегда что-то получится. Так, Кастили один займ. Спам миримся, предложений мира от Португалии. Австрия, по миру папскую область по максимуму берите. Да, так и хотим. Извините, так, и от меня оставь что там себе. Требуется? По миру. Слышишь? Ой, этот остров венецианский, оставь себе, не продавай его. Не, Венеция моя. Швейцария, Мемингем, папская область, Феррара. И перенаправляй всю торговлю в Венецию и с Рагузой, и с Веной. Да. Сорян. Кстати, я оккупировал там 1000.
Вы что, проиграете сейчас? Вы что, нет, они выигрывают. Кто? Город? Нет, все нормально. Нет, вы проигрываете, чуваки. У нас минусовой счет из-за блокировки портов, я говорю. Я не про вас, я про 51 тысячу, которую 18 проигрывают. Не, они выиграют, у них боевого духа еще хватает. У них это боевого где? Духа там вообще нифига нет. У них бонус по боевому духу, но у этих по тактике бонус, они больше урона наносят. Вы смотрите, да где там война? Боевого духа. Там бонус по тактике, это значит еще и от дисциплины. Сейчас мы под шумок кое-что сделаем. Да выиграют они. Что такое сделаем? Поздравляю с победой. Что, вы победили? Да, победили. Но это было на соплях, как говорится. Потому что нафига в горы нападать? Что, кто это придумал? Это Милан. Ну а... Ну, ладно. Уже поздно было. Точно надо писать на гробу, помогал. Ладно, идем дальше. Кстати, госпитальеров там забрал? Нет? Нет, они никак не хотели захватить. И османы готовы, османы готовы к войне уже. Бургундия, а Бургундия в вашей войне что делает? Какая роль? Зачем? Не знаю, попросили вступить, я вступил. На случай, если Марокко будет пересекать пролив. А чё, реально Марокко сможет справиться с 25-тысячной французской и осман? Вам же ж выгодно пустить Марокко сюда, чтобы увеличить счет за счет того, что вы будете разбивать их армии. У Касты ж крепости. Тем более Бурга мой пес. Да, Бурга? Ну, без чё? Обид так, но ну, ты мой пес. Мне нравится, когда ты мой пес. Смотри, блин, как полюбил власть. Бурга, блин, укуси его. Эх, да-да-да. Я даже намекаю, что он пес, да? Нет, я, нет, страна я Бургундия в подчиненном положении у страны Франция. Но... Я хотел сейчас по шумок забрать столицу в Савойи. А если я объявлю войну, против меня будет Венгрия, Прованс, Мантуи и сама Савойя. Ну, имя думай, думай. А, Франция, там осман уже подвел 20 тысяч к Австрии, 21 ко мне, так что если что, готовься. Ай, что за издевательство? Да он там уже этот лет 10 держится. Нет, он их подвел только что. И у него претензии так. На Венгрию. На Венгрию? Так. Да. А может напасть на Венгрию, когда я не смогу помочь себе. Он пишет, что Савойя его. Хрен тебе, я не Савойя, знаешь ли, чувак. Ты слил Милан. А, Милан? Богатые савойские профиты — единственное, что нужно для Бурги. Савойя твоя. И Вены тоже. Англия хочет выйти из войны. О, будет весело. Выводите Англию и выпиливаете Португалию в ноль. Итак, да, что делать будем, Франция? Пишите с Англией белый мир. Если она Англия предлагает белый мир. То есть выйдет. Давай, все, принимайте, конечно. Принимайте, конечно, все, Португалия хана. Все. Ну, можем тебе выпиливать спокойно флот Португалии. Это, конечно, жестокое предательство. А ну посмотрю, что так. Вау, вот это... Позовите Касту. Позвать Касту? Да. Да, мы тут решили, немножко подумали и подписать мир. Mm-hmm. Да. Пусть не сейчас снимает никто паузу только. Так, Кастилия, перевожу в Англию для переговоров. Ну окей. Готов услышать твои требования. Ты кто? С кем ты воюешь? Португалия. А, с Португалией. Да, утопи меня уже. Ну, топлю, как видишь. Да кто там постоянно паузу снимает? Ну вообще мы надеемся. Можешь сказать тогда сначала, перед тем, как кинуть, что ты хочешь, чтобы я посмотрел хотя бы. Хорошо. Марокко, привет. Как ты смотришь на то, чтобы... Подождите, провинции, слушай. Что? Ребят, господа. Ребята, вы коле уже не возьмете, я из войны вышел белым миром, лол. Ну, мы знаем, нам и не нужно коле. Ну это гораздо легче теперь стало мыть порту. Да, вот там было минус 7, сейчас плюс 18. Так что там? Да, сейчас мир. А, хорошо. Какой мир?
Сейчас обсуждение перемирия, давай. Уменьшился как минимум три раза. Ну, ребята, если вы не будете мешать, мы заключим мир. Да, заключайте. Говори, что ты хочешь там по провинции. Хорошо, смотри. Ну, так как я рассчитываю, я рассчитываю на 100% счет, то я беру 5 провинций. Кастилия, не наглей, ты лопнешь. Какой наглей? Я сейчас могу спокойно 100% счет получить, потому что Англия уже набирает. Ты лопнешь по сверхрасширению. Пусть набирает, а ты его забирает. Эй, его, вы так добры, спасибо. У меня вообще нету выхода. У тебя сейчас вообще нету, ну... Смотри, мои требования. Ты возвращаешь провинцию Марокко, во-первых. Какую? Стой. Единственную, которая является национальной. А, национальный Марокко, она разве она да. Да, она национальная Марокко. А как я верну вопрос? А, помимо. А я могу тебе объяснить. Все ясно. Десандор, знаешь, что я тебе посоветую? Что? Освободить Марокко и взять все континентальные пробки Португалии. Это самый лучший вариант. По крайней мере, не слушай, Влада, ты просто разваливаешься. Слушайте, можете выйти? Дайте мы с Костели один на один тогда договоримся. А что? Вас перетащить один на один? Перетащи нас с Костели один на один, жаба. Хорошо. Костели, ты просто не возьми больше, чем ты переваришь. Все, они пошли туда. Пусть это самое. Ваши все хитрые планы пусть будут. Польша, что ты там не говорил? И кстати. Пошел я слушать, что они договаривались. Кого? Так, я буду вас слушать. И с Фессом. С Фессом, ну это ясно. Потом. Две провинции. Алгавра и Порто. Алгава это где вообще? Это Алгавре. Это внизу. Алгавре это вообще где? Это у тебя снизу твои континенты. Самая нижняя южная провинция. А, вижу, ну. И самая верхняя, Порто. Вижу. Самая. Хотя выше. Сейчас секундочку. Не, у тебя нет никаких в горах. Ну ладно. Ну вот эти две провинции. Ну. Да, я посовещаюсь сейчас еще тогда. Со всеми участниками. А, хотя же я один какой совещаться. Да. Ладно, кидай. Окей, кидаю. Ух, да у меня все равно нет. Так. А о чем вы договорились? Угу. Сейчас увидишь. А дома. О чем? Все, я кинул. Проверяю условия. О репарации ты мне не говорил, что я буду выплачивать. Это само собой разумеющееся. Так, репарации, еще что тут мне... Кроме реапарации больше ничего? Ну да. Не так было влияние, ничего? Ладно. Нет. Ладно, еще хоть как-то. Все. Свидетель а, мира. Можно меня обратно в комнату Польши? Можно. А меня обратно в комнату с Англии. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Все посмотрел. User joined your channel. Взгляд мог бы еще этот. С кем? С Венгрией? Забрать да. Коимбру. Такой Венгрии, блин, люди, не воевать с Венгрией. А, с османами, точно. Это кто? Под носовую не нападать, можете напасть на Гену. Куда сейчас Венгрия уйдет, а кто будет османов мочить? Но я бы с радостью помог, если бы у меня был союз с Венгрией. Вы можете либо Прованс распилить, либо Генуя, я не знаю. Арагон, я пошел Генуя бить. Ты можешь напасть на Прованс, Савоя вступится, если тебе так нужно Савоя. У него перемирие. Жаб, да, зовут. Хорошо. У них иду. Проблемы. Это Англия. Да, и в чем проблема? Виктор, а по правилам запрещено было разрывать по итогам мира союзы между игроками? Да. У меня не было выбора другого, он мне только на таких суях соглашался со мной. Ну, видите, заключайте это... союз, я пойду пожурю их. Ясно. Так подожди, он не может заключить союз, пока срок мира не истечет. Да, ничего у вас затер. Так, Кастилия. Так, Пестер. Кастилия, тебе предупреждение. По правилам нельзя разрывать союз между игроками. Еще раз такое перемирие заключишь. Подождите секундочку. Будешь исключен из партии. Предупреди, Костя. Подождите. Что ты по миру предложил? Ты че, чувак?
Я насколько я помню, там говорилось, что вообще, то есть... По миру нельзя требовать разрыва союза между игроками. Запомни это, блин, третий фейл. Ну, ты понял это? Запомнил? Мне казалось, там что-то немного по-другому как-то. Нет, именно так. Так, это ушел уже. Ай-ай-ай, как говорится. Между игроками, между странами. О, точно, мировуха. Что-то я туплю. Что случилось? Вот, и не делай такого больше. Что случилось? Не тупить больше? Осман, нет, тебе это говорят, я короче, касте. Не иди в Балканы. Виктор сказал, не делай такого больше. Сказали. Нет, это я касту сжурю за нарушение правил. Нет, Виктор, обращайся свои слова. А что там с правилами? Да по перемирию нельзя разрывать союз между игроками. Но он согласился, я не виноват. Ты виноват, потому что ты предложил. В следующий раз такое предложишь, и тебя словят на этом. И в партию выгонят. Че перс паузу? Жаба, перекинь, пожалуйста, Англию сюда. Давайте еще тут срать телевизор устроим. А что? Так, подождите. Группировки, расходитесь по своим палатам. Нет, все, вопросы все уладили и решили. Все, как мусульманская комната. Мусульманская комната номер 2. Так. Предупреждение выписано, больше такого не повторится, да, Костя? Конечно. Что там вообще не так было-то? А вас это вообще не касается, все там... Увидите в серии. Кстати, Австрия. А. Я да, тебе кидаю галочку на войну с Генуей, но я ее быстро беру. Нет, ладно? Окей. Подожди, это... А, нормально. А что, меня не будешь звать? Ой, да нет. А, теперь в Польше все сидят. Кого куда перекинуть? Меня обратно к мусульманам. Кстати, жаб. Ты загляни Англию обратно в Англию. Хорошо. Нет, ребята, Виктор, Англию, Португалию, Швецию и Марокко потом в английскую комнату. Так, Англия есть, Португалия есть. Швеция, Марокко есть. Ух, вредная Кастилия. Так хочется тебя очень наказать. Австрия. Да. Строим. Я же галочку кинул. Ну я не могу, у меня первый выход приходит, а защитная война. А, сепаратку тогда. Блин, надо было по одному надо было хавать. Австрия. О, Белужистан. Так, иду, шо, кому? Кого? Персия надо посмотреть. Да, ты посмотри, как мы откушались. Вау. Персия в битве, ну только сет. Пауза, эмир на паузе, и на этот раз не промахнись. О, полячка только Австрия в союзе. Там у них, знаешь, Торн, что я узнал? Чё? Короче... Дело в том, что я с поляком договорился, что я не веду атакующих войн. Это если что, но... А, вообще там... тебе решать. Значит, какая интересная забавность... В общем, поляк говорит, что, дескать, он советует Австрии не продавать ничего Милану, чтобы потом у австрийца был высокий престиж в войне с османами, а австрияк его не слушает. И поэтому... Ну, поляк говнюк еще тот. Польша, плохая страна. А ну не оскорблять на видео участника. Редиска. А Польша вообще, ну, в реале Польша неплохая страна. У меня требования мира уже. Надо там. А, ну ладно, давай тогда. Сейчас. Да, это в Тимуридской войне. Так, я ставлю паузу. Так, что я могу здесь сделать? Мамлюки, что там, выиграли, еще одного вассала сделали? Еще одну крепость могли захватить, правда. Давай еще одну крепость захватишь, потом будешь мир. Давай. Ох и богаты эти мамлюки. Красава. Макс. Правда, связи тоже. Что-то все заключают какие-то связи левые, потусторонние. Это у меня связи дофига. Зачем? Ну, фиг знает. Чтоб на твоей надгробной написали, что умер, потому что помогал?
Ну, и кстати, да, ничего не меняет. Жаб, там у вас тимуридов пошли такие восставашки. Ну, претенденты. Мамлюк. Они хотят престола. Мамлюк, да. Нет, подождите. Осман, Персия. Не, мамлюка нету тут. Где мамлюк? Блин. Я тут, если что. Так, тебя уже перетащили сюда. Это мусульманские редиски. Что ты забыл в Польше? А я не знаю. Все сказали, идите в Польшу, но я решил зайти в Польшу. А, ты там следил? А, нет. Да. Сейчас информацию будешь докладывать. Честно говоря, я уже забыл, о чем они там говорили. Вроде ничего такого. Так, ну ты расширился. Ты из Мзаба кого? Вассала делаешь очередного? Да, да. Ну как очередного? Я одного уже вассала, которого Кафа. Немо, если ты делаешь союз, дал бы сначала я вышел на твои территории. Я мир пытался заключить. Я хочу на твоей территории выйти, чтобы у меня черного квадрата не было. Ах, блин, вот бывает же такое, забыл микрофон отключить. Ну, уже не получится. Торн, тебе там послание от Лорандикуса. Он просил передать, что французы кушают кинуи. Кого кушают? Кинуэсов. Так что, быть может, они будут кушать все кинуэское. А, мне просто интересно, почему австрияку пофиг? Не знаю. У вас была целая неделя, чтобы наладить дипломатические хитрости и договоры. Вот сейчас вы просто будете в догадках все. Да мне на них пофиг, по большому счету. Да походу да, за неделю тут все переменилось с ног на голову. Да, динамика возросла. Один только я делаю то, что собирался.